Итак, друзья, спустя некое время я могу сказать, что действительно проект рабочий, он того стоит, деньги приходят моментально. Я вам сейчас все покажу и продемонстрирую. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Настало время, чтобы вывести первые денежки. Вот у меня $26. Давайте посмотрим. Вывод. Это у нас рекламка. Уходим отсюда. Банковская карта. Продолжить. Вот. Номер карты я уже ввел. Ваша заявка на выплату успешно создана. Ожидайте поступления средств на вашу карту. Все. Давайте сначала проверим на счет. Какая у нас здесь сумма, чтобы потом ориентироваться. 3800. $26. Это у нас сколько будет примерно? Это 956 гривен. Ждем. Сейчас у нас 21.14, суббота 23 июня. Итак, друзья, денежка пришла. Я немножко по времени 21.15 у нас зашла. 930 гривен. Я, по-моему, ну вы время со временем сориентируетесь. В общем, деньги приходят быстро. Советую всем. Как вы видите, у меня здесь максимальный пакет. Я уже денежки вывел. Второй уровень. За второй уровень мне выделили вот такие вот средства. $9 капнуло. Все. Поскольку у меня пакет максимальный, то есть 40% отложенной суммы, и за опыт тоже денежку дают. Как это понять и разобраться? Давайте перейдем в раздел «Опыт». Посмотреть вот ваш уровень, то, что я перешел по уровням. Здесь начисляются деньги. Вот как видите, на первом уровне у нас такая-то сумма вознаграждения, и каждый из новых уровней есть вознаграждение. То есть от вложенной суммы, кто под вас вложит, под тот пакет, который вы выбрали, естественно, там проценты расписаны, и плюс еще вознаграждение за опыт. То есть хоть какие-то деньги вы можете иметь, но перейдя, допустим, в другой пакет, вот смотрите, тут у меня есть ваши рефералы, здесь ваша статистика, можете смотреть. Абсолютно все будет расписано. Но если вы вдруг хотите сменить ваш пакет, вы всегда можете это сделать. Но поскольку у меня ультра, вот видите, можно здесь выбрать другой. Выбираете, и каждый пакет с собой имеет свое процентное соотношение и так далее. Выбираете, оплачиваете с карты. И точно так же можете выводить быстренько на карту. Точно так же компания у нас здесь открыла новую рубрику развлечения. Крестики, нолики, гонки. Можете здесь поиграть. Вся необходимая информация будет в закрепленном комментарии и в описании под видео. Как сами все видели, друзья, как по моему мнению, да, лучше всего взять максимальный пакет на $50, вы имеете 40% опыта, это не столь важно, но все-таки компания платит денежное вознаграждение по уровням, то есть мне на втором уровне пришло $9, я вывел $24-27, уже забыл. И они буквально в течение 2-3 минут сразу же капнули мне на счет. Я поставил на карту Монобанк, сами видели, все пришло. И еще хочу нагласить, что эта компания ничего не имеет общего с проектом Куфайр. Кто-то с блогеров уже это записывал, совмещал. Это не так. Это IT-компания, которая на рынке уже, по-моему, более 8 лет. Они уже давно работают. Это совершенно акция, работает только до 23 августа. Вы можете немножко поднять деньжат вот таким образом. То есть вы приглашаете под себя человека, если он вложит $50, либо любую другую сумму, 40% отложенной суммы вы получаете от него сразу же себе на счет. И точно так же, который человек приобрел какой-либо пакет, он сразу расписан, какие там проценты, и сами высчитываете, какой процент будет от того, кто положит ниже него. Все, в принципе, просто, доступно, все будет в описании под видео, закреплены ссылки точно так же и в закрепленном комментарии. Если у вас возникнут вопросы, пишите мне. Я с радостью вам на все отвечу. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся.